Я помните, я когда-то сказал, а фотографию я тогда не нашел. Поэтому я показываю сейчас. Итак, 150 грамм весит персик. А магазин, то ли по неопытности, то ли по незнанию, то ли хитрее, взяли и назвали абрикос крупноплодный. Вот. Мне пришлось купить, мне пришлось съесть и убедиться, что это персик. Кочку персика спутать невозможно. Почему я это сказал? А у нас урок ликвидации безграмотности. Я никогда не видел таких абрикосов в продаже. Ну, максимум 40 грамм. Вот. И иногда кажется, что, наверное, с непривитых деревьев в основном приезжают. Вкусами их не назовешь. Снимайте их зелеными. Они же скороплодные, они портятся, боже мой, за несколько дней. Это надо зелеными снять, чтобы он желтел дороги. Я когда ездил это самое на выступить на международной конференции, которая кончилась вот таким скандалом тихим, когда мне микрофон отключили. И вот, мне пришлось, а было 17-18 июля, и мне пришлось самый ранний абрикос полузелеными снимать, чтобы команда была привезти. Подумаешь, что 150 организаций не привезли ни одного персика организации. Только мы с Байкалом привезли со своих садов, частных. Вот. Ну, что, пока доехал, жара, смотрю, они уже не зеленые, они уже как это самое. Кто их потом съел, я не знаю. Вот. На выставку гордо было две вазы, моя и этого. Но другое дело, что ни один человек из присутствующих 2-3 сотен приезжали целые делегации, не только с Совета самого, с России. А я стою в сторонке, знаете, такое это самое. Знаете, вот так, смотрите, показать. Ну, как видно мне, нет, все. Я даже вот так встану, вот такой стою. Давай. А до начала время было, ни один не подошел, там они, под подпись была, значит, Бакалов на одном, на другом Железов, на одном было написано Бакан, на другом было написано Хакасия Свердловск. Ни один, вот только две вазы с абрикосами, вот, начало было 18-го, если я не путаю, июля, так? Настоящие абрикосы привезли, ну не крупные, где-то грамм 40-50, самые первые, остальные все зеленые были. Где их возьмешь, 100-граммовые, все зеленые были. И вот я стою, ни один, никому даром не нужно. Но если вы скажете, Господи, это же сенсация. Нас в институте, в университете, в академии говорили, абрикосам делать нечего. А тут сибиряки приехали. Абрикосы привезли. О чем они думали? Ну, курилки, я слышал их разговоры. Только кого уволили, кого подсидели, кто сделал карьеру, больше ничего, их вообще не интересовало ничего. Вот это было. Вот. А это, почему еще показываю? Нет таких абрикосов. Никогда не было на рынках, когда их тоннами везут в Средней Азии. Тоннами. Но самое крупное мои 120 граммовые я сделаю 150 грамм. Ой, я сейчас покажу, не покажу. Покажу, не покажу. Я же только сегодня, нет, вчера, позавчера, я делал вот эти фотографии. Вот, это моя работа, это тоже учеба, друзья. Ага, вот она работа. Это только начало. Начало я привод 9 апреля. Это было позавчера. Сейчас прошу прощения. У нас в подъезде такая, это, что ни у кого нет этих самых даже. Богато живем. И алло. Ага. У меня вебинар. Тихонечко. Так, продолжаем. Тема интересная. Значит, позавчера я начал прививку третьего этажа. Вот. Потом ниже и в другом месте, я уже в кине это отдельным рассказал. Смысл такой, я вам только сейчас смысл скажу и пойдем дальше. Смысл такой, если это абрикос, уже в 3 раза больше, это позавчера было, еще было вчера, я продолжал эту работу. Если этот абрикос, и я внедряю
одна, две, три прививки самых поздних слив под названием венгерок, что я надеюсь с помощью ментора. Это все по Мичурину. Мичурин тоже отменили, кстати. Вот. Меня просто не признают. А так как у него было признание позади, то его просто отменили. На всякий случай. Чтобы не работать. И вот получается, что по моим понятиям надо будет сделать так, чтобы... Ну, вы же догадались, ну что там? Чтобы абрикосы зацвели позже, не попадали под заморозки. Вот я на что рассчитываю, друзья. Поняли, да? Вот это цель прививок. Ну и учитывая, что химеры никто не отменял, мне нравится слово химеры, вот, ну, за этим надо долго рассказывать, что это такое, но возможно появление вот таких чудес, вот таких вот. Сейчас мы... А, это я влез в эту папку. Ну, еще покажу одну фотографию. Можете это вот, видите? Вот так оно делается. Вот. И еще, если я внедряю сюда позднефилипиево, то я надеюсь, что основное дерево на неделю позже и зацветет. И опять уйдет от заморозков. Тут все решает считанные дни. То есть с помощью межвидовых прививок и с помощью внутривидовых, но сознательное мероприятие. Все, проехали. Возвращаемся сюда. Поняли, да? И в отдельных случаях я надеюсь получить 130, 140, 150 граммовые плоды. Это для меня мечта идиота, потому что это... Послушайте, почитайте этих самых девочек, которые закончили Тимирязевскую академию, которые нас с братом так хорошо встретили на том сайте. Вот, что, ну, дали понять, что я есть идиот. Вот это мечта идиота. Поняли, да?